Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, продолжаю гонять Crash Corsair 2 Пираты Карибского моря. Что ж, как я и обещал, давайте отправимся на прокачку опыта. Лекс. Там типа французы с нами смирились. Только не могу понять, почему я до сих пор французский флаг на корабле. Может, мне кто-то объяснит? Это не английский. Как-то же наверняка можно поменять или что, я не пойму. Странно. Очень даже таки странно. Ну, ладно, погнали. Что там у нас? Вон он, Кирбадос Кастилос. А это Доусон. Кто там у нас плывет? Вот, похоже на французов. О, с пиратами шикарно. Тикс. Шторм, правда, но... Патруль. Ага, один из военных кораблей, флот пиратов. Самое то, сейчас попробуем наше умение захватывать. Тут приличный шторм, однако. Прямо на меня где-то идет. Вон я его вижу. Ё-моё. Это жестко. Вообще кошмар. Вот это забрасывает, а? На волне. Блин, я все-таки в шторм попал. Смотрю, урон наносится. Ведь не выйдешь из него. Неудачно я решил зайти в битву. Вообще не круто. Попробуем покинуть эту зону, иначе я стану гораздо раньше. Нет, тогда перезагрузимся. Реально, это не самое подходящее время для битвы, когда шторм, потому как я отправлюсь на дно гораздо раньше. Текс. Не будем тратить времени понапрасну. Текс, текс, текс. О! Кто там у нас? Те самые ребятки. Да. Что мы тут имеем? Оу! Серьезная эскадра из пиратов. Пиратов серьезные эти. Кораблики имеются в наличии под заказ. Фига себе. Так, мне бы теперь не попасть под удары. Самый последний выберем, или предпоследний хотя бы. Так, нет, я не развернулся. Здесь я тоже, походу, не развернулся. Я так сначала к своим. Так, о, шикарно. Эх, жаль, автосохранения нет. Там точно биться придется на нескольких палубах. Кошки! Я уверен. Сейчас будет очень мега весело. Готов. Готов. Так, ну, пока что рано радоваться. Нам еще на второй палубе придется биться. Меч выпал. Корабль, походу, гораздо круче, чем мой. По крайней мере, судя по размерам. Нужно будет его забрать, а свой можно... Блин, да, там еще воевать придется, так что, с одной стороны, забрать его и продать было бы идеально, но учитывая тот факт, что там еще несколько кораблей есть, мне кажется, они потонут гораздо раньше. Так что даже не знаю, отчаяться, не отчаяться, ну ладно, едем дальше, сейчас будет вторая битва. Готово. Эх ты гад. Есть эффект. Так, команды у меня совсем мало осталось. Тут я не помню, где места-то есть. Использовать маленькую микстурку, пожалуй. Жадничать не будем, потому как чувствую, еще биться с капитаном надо. Обычно после трюма
Еще должна быть битва с капитаном в каюте. Вроде бы как, по-хорошему. Сейчас я подготовлюсь. Так, все, поехали. О, еще вторая часть, ё-моё. Это мне серьезно помотали хп. Блин, нифига себе. Чувак меня так рубанул, я думал, сейчас все, уже откину копыта. Большой корабль, очень большой, ребят. Я не ожидал, что будет еще вторая. Ладно. Все, да? Так, это галеон. Ну, посерьезней так. Состояние интересно. Корабля. В принципе, неплохо, он гораздо больше, так что я бездумно сразу же обмениваю, конечно же. У меня был пинус, да, это... Так. А могу я назначить кого-нибудь? Нет, не хватает навыка. Так что, ладно, забираем остатки команды. Сколько там есть, ребят? Еще не поделаешь. Так, готово. Все, я обменял, теперь у меня более крутой корабль. Товары на всякий случай проверю, да, забрал. Все, топим его. Меркурий потоп. Что поделать, бывает, жизнь боль. Такс, здесь некого доловить. Ловушку. А вот здесь есть кого. Еще один большой кораблик идет. Кошки к борту. О, они сами решили меня взять на абордаж. Так, нужно помочь своим. Тихо, тихо, парень. Не дерзи. Так, здорово. Хорошо, что я прокачал много абордажа, да? Так вот, хоп. Уже как-то посерьезней. Так вот, сейф нельзя сделать. Сейчас, если я всех здесь не затоплю, считай, все просрал. И это больно осознавать. И печально. Так, это тоже большой корабль, значит, как минимум еще две битвы будет. Это стопудняк. Жаль, что я их, конечно, захватить не могу. Наверняка маленький смогу захватить и отдать. Там, по-моему, авторитет надо качать. Что-то в этом духе, как-то так. Чтоб можно было брать больше к себе подчинение. Так. Ух ты, серьезный парень. Такс. Почти убили. Нифига себе, микстурку срочно жуем. Обалдеть, ребят. Одной ногой был уже в могиле, офигеть. Как страшно жить. Так. Шмонаем пока их. ХПшка как раз остановится. Так. Ну все, последняя битва. Есть эффект. Здесь, к сожалению, я своему пацику не могу помочь, пока он не сдохнет. Так, это все мои враги, да? Готов. Ну и что ты меня толкаешь? Держи, несчастный. Так, у меня команды практически не осталось, так что я даже не знаю, с чем мне дальше, есть ли смысл на абордаж брать, потому что я, по сути, биться один буду против них всех. А это считай, что автоматическая смерть. Обалдеть. К этому я не был готов. Ну, блин, кто кого? Кто враг, а кто друг? Твою мать. Вот это меня зажали. Все, ребят, я все просрал. Да, не ожидал, если честно, я битвы здесь. Честно скажу. Надо было все-таки сделать сейф, наверное, на том моменте, когда я их только встретил. Так все хорошо было. Печаль, беда, обида, ребят. Печаль, беда, обида. Или уж не нападать на такую большую. Понимаю, что в плане добычи тех же самых денежек и опыта это вообще идеально.
Но есть свои минусы. Кто там с кем воюет? Да, я на всякий случай сделаю сейвка здесь. Смотрите, сколько я времени потратил. В итоге потом пошел на дно. Кто с кем дерется? Как так? Я же вроде к ним подплывал близко. Ну вот. Опять эти же ребята. Флаг Англии, Франции. Франция. Так, ты кто? И француз. О, какой там большой, а? Столько больших, офигеть. Сейчас я подплыву к нему поближе и атакую. Блин. Кошки. Попробуем, ребят, попробуем. Приходится рисковать, что поделать. Так, хорошо, что я легко их смогу отличить от своих. Тупо по форме. Есть эффект. Блин, не знаю, микстурку съесть, не съесть. Знаю, что жадность меня может погубить. О, пушка какая хорошая. Так. Окей. Мне кажется, если я его потоплю, не забирая себе, то наверняка... Ух ты, какая хорошая труба, отличная попалась. Обалдеть. Шикарно, ребят, шикарно. Живем. С такой-то можно серьезно насолить кому-нибудь. Готов. Ох, то, что они вот меня зажимают иногда в углы. К сожалению, ничего не сделаешь. Готов. Так, ну теперь надо однозначно микстур купить. Тут без бариков. Меня прилично поцарапали. Иначе я сдохну. Такс. Окей. Блин, задело. Ух ты, справились. Ну, надо же. Не ожидал. Я думал, опять сейчас все будет очень плохо. Так, ну а теперь мы знаем. А, все? Это тоже пинос? О, господи. Я-то думал, что-то поинтереснее, повкуснее. Ну ладно, кто там из команды желает к нам? Ага. Конечно же нет. Какие могли быть сомнения? Так, там тоже вот хороший корабль большой. Почему нельзя сейвиться так плохо? Вот так здорово, если бы я мог засейвиться. Так, это не дело. Меня так ставить. Поворачивать. Давай, фигач по ним. Что есть силы. Будем маневрировать. Так, сейчас маленький возьмем корабль. Я его точно смогу взять на абордаж и забрать себе. Я уверен. Кош! Да, он и недолго будет сопротивляться, мне кажется. Че, все, ребят? Отлично. Так, ну по идее здесь второй битвы быть не должно. Ну, вроде бы как, конечно, но не знаю. Всякое может быть. Сейчас проверим. Так. Ствол. Ага. Ствол можно продать очень выгодно и хорошо. Чекс. Еще здесь сундучок. Здесь ничего нет. Все, он сразу сдался. Забираем все. Нельзя. Ну ладно, нельзя так нельзя. Делов-то. Ага, конечно, обменять по-любому. Без всякого сомнения, нужно обменять.
же иначе-то? Так, это кто вообще? Нет, нет, не ты меня интересуешь. Да, ё-моё. И французы. Ой, левый борт здесь. Чё это я? Совсем запутался. Ты кто у нас? Ты Галеон. Ты тоже Галеон. Понятно. Галеон третьего уровня. А с команда помотана. Еще маленько, по-моему, постреляю на всякий случай. Лишним не будет. Так, крутим-мутим. Блин. Чем сильнее потребаю тебе хп, тем лучше. Такс, какой из них потрепанный вот тот. Попробую развернуть, чтобы на абордаж пойти. Не знаю, получится, нет. Надежда умирает последней. Кстати, предметы. Надо новую трубу взять. Да. Пока все. Так, с новой трубой я что могу рассмотреть? 159. Шикарно. Пули из передних орудий. Вау-вау, полегче, ребята. Меня так попадете. Тикс. Плываем. Кошки! Ну все, ребят, я должен его захватить полюбас. По крайней мере, Надежда умирает последней. Ух ты, гаденыш, а? Перебил. Одни трупы. И меня маляська зацепила. Такс. Окей. Это фигово, конечно, что у меня так много ребят погибло. Очень-очень даже фигово. Ну да ладно. Как-нибудь-нибудь как. Надеюсь, что мне фортанет. Такс. Склянку, кстати, маленькую. Можно выпить. Лишней будет. Чувствую, здесь еще биться и биться. Погнали. Текс. Опачки. Хлопочки. Надо жевать скляночку, иначе мне хана. Блин, жопа. Вообще, ребят, жопа. Зря, наверное, решил его взять на абордаж. Ну, не везет мне, ё-моё. За все время я так толком путем ничего не сделал. В общем, больше не буду нападать на эти большие, ну их нахрен. Давайте поищем что-нибудь поменьше. Совсем там малюсенькое что-нибудь. А то я так никогда не прокачаюсь, так и буду тонуть. Там он есть пираты, не знаю, может, пиратов нормальное количество будет. Вы будете нападать на меня или как? Это военный патруль. Сколько их в этом военном патруле? О, приличные ребята. Честные пираты плывут. Кошки! Захватывай. Блин, обладать, конечно, зал до конца. Ну, ладно. Честно, вот так вот, когда они в пиратской форме, хрен догадаешься. Свой, чужой. Вроде кораблик такой маленький, а команда у них хорошо прокачана. Обалдеть. Я уже даже начинаю сомневаться о том, чтобы второй попытаться на абордаж взять. Потому что реально опасно. Офигеть. Так, главное не забыть снять ускорение, то следующий мой бой пройдет очень быстро. Так. Жаль, конечно, там столько классных вещей я набрал в прошлый раз. Все нормально, да?
Так. А здесь гораздо лучше все прошло. А, офигеть. Так, какая-то новая. Рапира, по-моему. Так, вот здесь сундучок есть. Я все время ни разу его не брал. А зря, оказывается, здесь больше кладок. Добра. Такс. Тихо, ребятки. А, все, это была каравелла. Забираем все. Нельзя. Остатки команды к себе. Пока. Так, что мы там имеем? Понятно, сколько у него, да? Сколько это есть? Не самое удачное расположение. Во, левым бортом сейчас вообще классно. Если попаду. Отлично. Есть попадание. Так, сейчас с правого борта маленько погасим их. Ну же, давай. Здорово. Текс. Теперь точно смогу захватить. Все-таки жаль, что автосейва нет. Было бы гораздо проще. Всегда раз, переиграл, если неудачно. Так. Ты бяг, да? А, все. Окей. Мне вообще фартанет сегодня, нет? Я хоть нормально-то захвачу что-нибудь. Значит, так и буду идти ко дну. Называется, прокачаться решил, блин. В итоге все время погибаю. Так. Включаем скорость. В бой. Здесь будет много палуб для битвы. Скляночку надо заживать. Отлично. Главное не расслабляться. Я понимаю, что вроде кажется, что я уже одной ногой победил. Но это еще не последняя палуба. Лишь бы в каюту меня не затащили. В каюте вообще неудобно. Непонятно, свой, чужой. На открытых пространствах я еще могу как бы предположить, кто че кого почем. А вот в закрытом пространстве вообще не тяжело понять. До тех пор, пока не полоснут. Вот. Есть эффект. То есть всего один остался. Понятно. Фигурка, жемчужинка. Все, это тоже был пинос. Так. Остатки команды ко мне. Прощай. Еее! Новый уровень. Какое счастье, ребят. Я уже думал, это никогда не произойдет. Так, по-моему, авторитет. Если не ошибаюсь, реально помогает больше. А, или на... Да-да, авторитет. Нужно брать с собой больше. Команду народу. Удачи. Фехтование, навигация, меткость. Так. Фехтование прокачаем и защиту. Так. Что там у нас было еще интересное? Вот стрелок можно, конечно. Как вариант, да? Предварительная загрузка, увлечение. Мастер абордажа. Так, что он от меня хотел? Опытный мореправый, им нужно корабль и молния. Плавание в штормах, маневры, железная воля. Корабли никогда не принимаются в тех же минут. Да, вызывающие доверие, базовая торговля. Понятно. Даже не знаю, что лучше взять. Конечно, хороший навык, но...
Замануха такая. Ладно, плавание в шторме возьмем. Так и быть. Пока что. Так, выйдем на карту. Сразу же сейф. Наконец-то! Я хоть что-то сделал, ребят. Наконец-то мне повезло. Я уж думал, это никогда не получится. Такс. Опачки. У меня корабль. Рано. Черная жемчужина? Матерь Божья. В натуре это черная жемчужина. Фига она. Ладно. Типа, пока что он дружественный. Эй. Залит нас немного. Сейчас я продамся, отремонтируюсь в местном порту. Кошмар. Обалдеть, так вот плаваешь, плаваешь, потом хлобысь. И черная жемчужина. Так, на всякий случай сейвимся. А, кстати, точно, мне же себя по квесту надо. Так, по-моему, насчет сундучка. Да. Далеко от порта, сразу за городскими воротами. Интересно, как-то за городскими воротами сразу. Дом паренька. Вот стоят какие-то ребятки. Дом охраняют. Текс. Как-то непонятно. Возможно, это тот самый дом. Возможно, и нет. Ну, вот какой-то чувак тут есть. Мужик, это ты мне нужен? Так. Ага, да, точно. Черной жемчужине. Так, много лет назад я был на черной жемчужине, произошла история, которая всегда отвадила меня от моря. С тех пор я покинул черную жемчужину, на виду спокойный тихий образ жизни. Так, что же это было? Всегда был пиратский корабль. Я плавал на нем однажды, экипаж вернулся сюда, чай трюм был набит золотом. Так много, что мы тратили его без всякой мысли. Но среди всех тех золотых монет были некоторые из самых больших и наиболее красивых. Конечно, мы потратили их также. Сегодня я думал, что было много крови на этом золоте. И подлинное проклятие. Вскоре мы перестали доверять друг другу, затем в команде начались убийства. Некоторые из нас были убиты. Я с несколькими моими товарищами был высажен на необитаемом острове. Те, кто остались на корабле, приняли на себя адское проклятие. Они стали ходячими мертвецами. Днем они выглядели как обычные люди, а ночью превращаются в скелетов. Ни пуля, ни сталь не могут причинить им вреда. Они мечтали бы умереть, но их грехи и проклятия не отпускают их. Почему-то я тебе верю, еще бы, блин. И верить. Единственный способ для них обрести покой – вернуть проклятые монетки. Но это не просто сделать. Золото разошлось по архипелагу. Но ничто не останавливает моряков черной жемчужины в погоне за этими монетами. И если есть это золото, попадет к вам, знайте, что живые скелеты будут преследовать везде. Ага. Какая интересная история. С тех пор, как я увидел ад, я больше не брался за оружие и завязал с грабежом. Я стал набожным человеком и часто хожу в церковь, читаю Библию. Ну надо же. Спасибо за совет, чувак. Понятно. Короче, монеточки. Так. Да, приносимся прокатными пиратами. Должен найти способ уничтожить черную жемчужину. Монетки надо все собрать. Так, ладно. А, есть ли тут... Да, вот магаз есть, круто. Сейчас я продам всякий хлам. Давай, братишка, сначала просто так... Махнемся всяким хламом, а потом решим дальше, что делать. Так, нет, бомбы мне нужны. Пшеницу. Черное дерево. Полотно. Кофа. Копра. Что-то я на секунду поймался на мысли, о чем мучился. Я, по-моему, уже еще пока с французами не разосрался. Я могу, в принципе, и нормально в порт попасть.
Ну-ка. Ну да. Ну ладно, занаркоманил. Так, давайте еще пару вещей продам всяких. Мне их вон две штуки, держи. Не знаю, эту фигню нужна, она мне не нужна. Что он такое? Просто надо, походу, выбросить. Так, одна такая. Две такие. О, какие хорошие изумруды мне достались. С рубинами. А, крапира. Ну да, это такая. Так себе. Жемчужинка. Всякий хлам. Какие-то глиняные кувшины. Нафига они с собой таскают. Секвоя. Так себе. А, дешевая подзорная труба. Ятаган. Кинджаль. Еще одна жемчужинка. Нифига себе. И еще какой-то мусор. Так, есть что вкусное у вас? Интересное продается? Не, не продается. Так, на это надо засейвить этот прогресс. От греха подальше. Так, сейчас мы идем вверх. Нужно починить наш кораблик. Он изрядно потрепался. Здорово, мужик. Да, все и сразу. У нас 55 тысяч. Ууу, 150. Можно было бы взять фрегат. Ну ладно. Нам важен опыт, а не деньги. Так, таверне, надо нанять ребят. Однозначно. О, контрабандисты сидят. Значит, у меня есть какой-то товар, который здесь просто так нельзя продать. Нанять. Готово. Все. Отлично, ребят, мы пополнили наши ряды новыми головорезами. Теперь нужно вернуться в бухту. Так, мне кажется, это как-то по-другому выглядит, чем было изначально, да? Да. Фига себе, здесь сколько ворот. Можно так запутаться, как нифиг делать. Опачки. Ты кто такой? Что? Какого косичку? Ты чё? Ну, я знаю, чё. Так, я знаю, что он неубиваемый, сам дьявол. Так. Окей, хотя почти неуязвим. Есть вещи, которые капитан корабля боится больше всего. Чего же он боится? Некий артефакт, который предположительно находится на инкских джунглях. Ага. Так. Интересно. Некоторым... Так-так-так. Что такое? Так. На деньги, что ты хочешь? Сплетни. Да. Пошел в таверну. Ну давай, кто там хочет куда поехать? Куда ты хочешь? На Оксбейт за 1800. Ну, погнали, чё? Какая разница? Все равно больше нечего делать. Так. Я опять сейчас буду, да, мучиться отсюда выбегать. Но... Я опять сейчас какого-нибудь типа встречу. По принципу старого знакомого. Экс. Всякий пожарный засеемся, ребят. Ох-ох-ох. Что ж, ребят, учитывая тот факт, что я совсем так долго мучился, плавал-плавал, на этом серии, наверное, закончу. Как только опять маленечко подразбогатею опытом, ну, в следующей серии мы еще поплаваем, потопим, прежде чем сюжетку будем проходить. Так получилось, что я все равно сюда забрел. Да ладно. И мы потихонечку продвинемся в сюжете и покачаем наши перки. Так, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.